Сегодня в Каспийске прошла патриотическая акция, приуроченная ко дню Конституции Дагестана, которая заключалась в раздаче флажков с символикой нашего региона. В ней приняли участие волонтеры муниципалитета, каспичане и гости города. Проводится акция в целях патриотического воспитания и поздравления жителей города с предстоящим праздником. Организатором выступило Управление культуры в лице специалиста Али Алиева. По его словам, в дальнейшем планируется продолжать подобные мероприятия. Это могут быть не только акции, но и другие инициативы, направленные на популяризацию культуры и традиций нашей республики.